Друзья, доброго времени! Молился сегодня и просто почувствовал именно об этом слове. Я верю, что это будет ободрением и благословением для каждого. Малахия, 4 глава, 2 стих. И здесь Господь говорит: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Я хочу сегодня сказать, знаете, так часто в последнее время, когда ты разговариваешь с верующими людьми об исцелении, о каких-то моментах, интересно, что кто-то начинает говорить: а вот тот молился, и с ним произошло вот так, а тот молился и не принял исцеление. Я хотел бы сконцентрировать ваше внимание немножечко на другом. Писание говорит, что в ранах его мы получили исцеление, ранами его мы исцелились. И здесь такое важное местописание, которое говорит: благоговеющее пред именем Моим зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете. Поэтому какие бы мы сезоны ни проходили, с какими бы мы обстоятельствами ни сталкивались, помните, что благоговеющее пред Ним, не те, кто благоговели, не те, кто будут благоговеть, а те, кто сегодня, и это процесс постоянный нашего времени, и обещание, он говорит, зайдет солнце правды, и придет исцеление в лучах его. И даже если мы проходим какой-то определенный путь, он говорит, мы обязательно выйдем, мы выйдем в этой победе, мы выйдем как тельцы, мы выйдем в этом исцелении. Бог да благословит вас, помните, какие бы вы ситуации ни проходили, стойте на этом обетовании, потому что в нем есть исцеление для каждого из нас, независимо от диагнозов. Благословений вам и вашим домам во имя Иисуса. Аминь.